Здравствуйте, дорогие зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Мы, друзья, находимся в Киевской области, город Макаров, 24-й год, третья декада октября. Кто наблюдал за моими предыдущими видео в плане виноградника, тот знает, какая у нас ситуация была в этом году, как мы боролись после заморозков, после града. Год был, конечно, не очень приятный, мягко так сказать. Ну, вот так вот выглядят лозы на сегодняшний день. Были приморозки ночные, минус один, минус два. Листва пожелтела, но не опала. Вот, поэтому жду еще. Ну и в любом случае я не тороплюсь виноград обрезать, укладывать. Для того, чтобы лоза вызрела, я обрабатывала калийными удобрениями по листу. Ну и, конечно, схема есть кормления у меня на канале в описании. Кому интересно, можете под видео зайти посмотреть. Под видео в описании есть ссылочка. Как я весь сезон подкармливаю виноград, за исключением этого года, потому что кормить особенно-то было нечего, потому что урожай был незначительный. Вот, поэтому, конечно, какой смысл было кормить, чтобы жировали лозы, побеги. Ну, а так, в принципе, каждый год кормление для взрослого куста одинаковое. На нагрузку 30 килограмм с куста. В среднем можно ориентироваться плюс-минус по возрасту. Что вы хотите взять? Вот такие вот у нас в этом году побеги выросли. Не толстые и не тонкие. В среднем где-то толщина карандаша. Пришлось, конечно, помучиться и загущать, и наоборот обрезать. Загущать, переводить лозы, чтобы не было жирования, пускала в свободный рост. Есть предыдущее видео у меня на канале. Кому интересно, более подробно можете зайти посмотреть, друзья. Вот. Ну, сейчас самое главное, вот кто еще не успел произвести влагозарядный полив, то, в принципе, погода еще позволяет. И обязательно нужно это сделать, потому что это поможет нам виноградную лучше перезимовать. У нас 2 месяца практически не было дождей, поэтому полив был регулярный. Вот. Ну, а так, как бы вот активно, вот сентябрь, октябрь, даже и ноябрь, в любом случае перед укрытием, вот по 100 литров под куст, все-таки желательно дать. Хуже не будет. Я уверена, будет только лучше. Конечно, если активные дожди, что я в этом году не наблюдаю, то, может быть, если в вашем регионе идут сильные дожди, может быть, вам и не нужно будет поливать. Но я вот каждый год наблюдаю. Дожди, может, и были вот в прошлом году, но не особенные, поэтому в любом случае у меня 40 кустов, 4 куба воды через день я вот заливала. Ну, так как у меня, вы видите, клубника еще и слева, и справа в этом году добавила еще с другой стороны, потому что у меня были ряды клубники только внутри, а теперь еще и с другой стороны вдоль забора. Поэтому клубника поливается постоянно. И вот кто
хочет такую практику вот с клубникой, то с поливом учитывайте, ведь все-таки в любом случае вода опускается вниз. Поэтому я особенно вот в августе, сентябре виноград неактивно поливаю, потому что я проливаю клубника, и почва, естественно, с двух сторон увлажняется. Ну а перед укрытием, конечно, водичку чисто вот для винограда включу каплю и винограду дам на всякий вот случай. С укрытием повторяю, с обрезкой повторяю. Спешить не буду, где-то буду обрезать в конце ноября. Я так думаю, что погода будет нормальная, не будет никаких у нас сильных перепадов. Может быть, даже и декабрь захватим. Ну, посмотрим, какая будет погода. Вот как бы вот специалисты вот особенно советуют прихватить заморозки. Потом будем уже обрезать. Это, друзья, подготовила для томатов вот такие вот высокие грядки. Полностью все засыпала компостом многолетним. Вот 7 лет собирали мы компост на кучу. И вот добавляла Байкал. И вот сделали такие вот грядочки с досток. Все, вот весь компост засыпали. И посеяла я горчицу. Вот так вот выглядит персик на сегодняшний день. Морозы хоть и были, но листва также не опала. Хотя можно вот снимать кое-где вот вручную уже. Почему? Потому что как бы пора уже, можно было бы обработать бордоской жидкостью 3%. Но еще держится мощно листва, поэтому подожду еще тоже, может, 2-3 недели. В принципе, время есть, сроки позволяют. Максимально, чтобы опала листва, чтобы бордоская смесь все-таки полностью покрыла ветки. То же самое касается и голубики. Мороз вообще ее не берет. Она даже и в зиму может уйти с листвой. Поэтому здесь ждать особенно нечего, что листва опадет. С голубикой я имею в виду, можно обрабатывать бордоской жидкостью и раньше, то есть я имею в виду сейчас, и тогда вместе с персиками. Вот, поэтому очень много впереди работы. Все обработки будут проводиться бордоской жидкостью 3%. Не знаю, может даже и виноград пройдусь. Лозы, когда уже сниму со шпалеры, положу их перед укрытием, тоже немножко вот обработаю. Ну а персик вот весь будем обрабатывать. И, конечно, во дворе будем обрабатывать туи. Также бордоской жидкостью 3%. И вот в горшках тоже голубика, персик. Единственное у нас растение кизил, который мы никогда ничем не обрабатываем. Замечательное дерево. До сих пор висит у нас еще ягода виноград, низина, кеша до сих пор. И морозы были, ну как морозы, приморозки, там 1-2 градуса мороза, ну абсолютно не повлияло, ягода не стала мягкой. Ну, конечно, в этом году я повторяю грозди, просто больно смотреть по сравнению с прошлым годом, какие были грозди и какие в этом году после града. Ну, вот также весь двор будем обрабатывать, все растения, розы. Обязательно все будем обрабатывать, друзья, бордоской жидкостью. Ну что ж, мои дорогие, всем нам хорошей перезимовки. Не забудьте, друзья, подписаться на канал. Впереди будет еще много интересного. Включайте колокольчики. Колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч. Пока-пока.